Уникальную коллекцию зажигалок Владимира Высоцкого можно будет увидеть в Екатеринбурге. В музее легендарного советского поэта-исполнителя открылась новая выставка. Подробнее в сюжете Кристины Прилуцкой. Раньше его пластинки было почти невозможно достать, а сегодня песни Владимира Высоцкого доступны для всех. Для многих легендарный советский поэт и исполнитель остается кумирами по сей день. Так что открытие новой выставки, посвященной жизни и творчеству Высоцкого, вызвало большой интерес среди многочисленных поклонников артиста. Я вообще ни разу не была в музее Высоцкого и первый раз пришла. Я просто в восторге. На концерте сегодня узнали даже новые песни, которые я не слышал ранее. Очень интересно смотреть вещи, какие-то его рукописные блокнотики. Ну, то есть, да, ощущаешь его присутствие какое-то здесь. Здорово. Среди экспонатов – документы, личные вещи и так называемые музыкальные шкатулки с песнями. В СССР с помощью таких магнитофонов и проигрывателей люди записывали выступления Высоцкого. Этих записей сохранилось достаточно много. Это живой звук, звуки зала, аплодисментов. Речь Владимира Семеновича между песнями. Перед открытием обращались к горожанам с помощью, у кого сохранились подобные магнитофоны дома или проигрыватели, чтобы выставить это в музее. А это один из самых ценных экспонатов – зажигалки, которые Владимир Семенович коллекционировал всю жизнь. Они были произведены в период с 40-х по 70-е годы прошлого столетия в Англии, Франции, Германии и Японии. Уникальную коллекцию на благотворительном аукционе выкупил уральский бизнесмен Андрей Симоновский и подарил Екатеринбургскому музею. В 1972 году эту зажигалку сделали. Она музыкальная. То есть, когда пламя включаешь, и пошла музыка сразу. С зажигалками они соревновались, а коллекциями соревновались с Кобзоном. Ну, в итоге Кобзон победил. Кобзона было 800 зажигалок, у Высоцкого 600 с чем-то. На фотографиях запечатлены и актерские работы Высоцкого. Он много снимался в кино, а также исполнял главные роли в театре драмы и комедии «На Таганке». Фотоколлаж, собранный из 180 разных фотографий за разные года. Если поближе подойдете, рассмотреть, что это такая мозаичная система и собрана из маленьких-маленьких фотографий. Они все видны, их можно порассматривать. А если отойти чуть подальше на несколько шагов, то это все собирается в один большой портрет. И это не только дар памяти нас, тех людей, которые выросли под песни Владимира Семеновича, но и тех молодых сегодняшних людей, творчества Владимира Семеновича, которых не оставляет равнодушным. Выставку приурочили к 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Не смог пропустить открытие новой экспозиции сын легендарного барда Никита Высоцкий. То, что музей вот в Екатеринбурге, он все больше становится не просто вот выставочным пространством, но именно музеем в этом смысле, это очень хорошо, это очень правильно. Это не что-то вот одно придите, там полюбуйтесь, а что это музей создает вот образ Высоцкого, которого я, конечно, помню. Увидеть уникальные экспонаты, посвященные любимому исполнителю, может любой желающий. Каждый последний четверг месяца вход для жителей и гостей города свободный. Кристина Прилуцкая, Никита Соловьев, новости 4 канала.